поднимаю, если можно, пожалуйста, не отвлекайте людей. Когда нас поднимают с воды, то это как символ воскресения. Мы воскрешаемся к новой жизни. Христа крестились, Христа облеклись. То есть мы как во Христе. И второй момент – это крещение. И третий момент, который мы здесь видим, да? Крестились каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть для чего? Чтобы получить, да? Мы получаем через покаяние прощение. И получили дар Святого Духа. У каждого из нас есть совесть. Ну, я не думаю, что мы здесь бессовестные люди, правда? У каждого из нас. Ну, у всех, у меня есть совесть, у вас есть совесть, у каждого человека. Только есть совесть сожженная, а есть живая совесть. Об этом говорит Слово Божье. И Дух Святой действует, знаете как? На совесть. Когда человек еще не принимает, когда он обманывает, ему стыдно стоит. Уши красивые.